стоять. Стоять, Элла. Вот умничка. Вот так стоим. Хорошо. Все, можно. Элла, сюда идем. Пошли. Сюда идем. Вот умничка. Вот такая послушная девочка у нас бывает. Иногда. Что, пошли вперед? Вперед, Элла. Нашла какой-то скелет чего-то непонятно. И так умастилась уже и покушать его. Вот он ей покоя не дает. Идет опять поближе. Элла, фу! Пойдем. Пошли со мной. Пошли. О, тяжело расстается с этим местом. Но Элла, она с голода не умрет. Она все ест абсолютно. На поле тут может что-то найти. Какие-то там остатки гарбузов, кабачков, картошку. Все в ход идет. Ничем не брезгует. Пошли, Элла. Как не тяжело расставаться, завтра придешь, проверишь. И я буду знать, что там лежит. Она идет на прогулку не только там побегать, но и подкрепиться. Все тут по плану. Идем, я ей даю сливы, чищу от косточек. Дальше идем, дерево, там сухофрукт, груши висят на нем. Там она 5 груш съедает. Вот это в обязательную программу входит. Но сливам, наверное, уже кирдык, а груши висят.